После дождей вода проникнет в почву и приостановит свое движение на границе, где заканчивается плодородный слой земли и начинается глина. Если вода подошла к кольцам, то она неминуемо проникнет в шахты колодца. Дренажный отвод на такой глубине в глине работать не будет и быстро заилится. Вода в колодцах подымется и встанет на границе плодородного слоя. Единственный отход стоков из септика – это верхний плодородный слой земли. Грязные стоки начнут проникать в почву, вблизи колодцев появится запах, а через некоторое время – лужи с мутной водой. Так заканчивают все септики без исключения. Из бетона их построили или из пластиковых бочек – не имеет значения. Всем им суждено рано или поздно превратиться в зловонные выгребные ямы.